Маленькая Настя из Сизнера – первая, кто родился в Балтасинском районе после Нового года. Но малышка еще не знает, что она уже завидная невеста с приданым. Вскоре младенец начнет зарабатывать почти на равных с мамой и папой. Одежду купим, коляску, все такое. Все для ребенка. О том, что эти деньги точно не будут лишними, говорят и планы родителей. Ведь если на прежние ежемесячные выплаты они могли позволить ребенку и пеленки, и подгузники, то с новыми выплатами впору задуматься и о дорогих игрушках, и о чем посерьезнее. Например, доделать ремонт. Пока молодая семья живет с родителями, но в их планах переехать в новый дом. Он достраивается по соседству. Осталось немного вложиться и малость подрасти. Они это планируют? С появлением средств, денег средств достроить этот дом. Анастасия у нас родилась 4 января 2018 года. Свои первые деньги Настя начнет получать уже с начала февраля. Ни много ни мало, а по 8 500 рублей. А пока Настя будет расти, сможет вырасти и ее ежемесячный доход. Эта сумма зависит от утвержденного прожиточного минимума в Республике Татарстан. А прожиточный минимум, он каждый год, каждый квартал индексируется. Только первая девица на деревне, не первая в районе. Сегодня под программу в Балтасях подпадают еще 6 младенцев. Не менее завидных женихов и невест с приданым от государства. Рамиль Шайдуллин, Ренат Савин, ТНВ, Балтасинский район.